Что хотел сказать, друзья? Здравствуйте, с кем не виделись. Смотрел я на Светлану свою, как она там новый автомобиль осваивает. Тем более я на нем вот тут на выходных, значит, ездил. Я думаю, а что я действительно уже вот уже 8 лет там на той же машине езжу? Ну, то есть, конечно, мне с одной стороны думалось, может быть, там что-нибудь такое электрическое, я не знаю. Но я думаю, а что действительно, жизнь одна, и что я должен 10 лет на одной машине ездить? То есть я, конечно, ездил, и как-то я консервативный, я привыкаю, знаете. Вот это у меня тоже, вот она, вот 8 лет. И я и доволен, 82 тысячи наездил. Слушайте, 82, ну 83 скоро, 83 тысячи миль, так она еще два раза столько пройдет, там и чихать не будет. И вроде так все, ничего, тихое, комфортное, объем, вот все есть. Но как-то приедает, что ли, даже не знаю. Вот, я подумал, а что, может, и мне тачку новую завести. Но мы не будем так эмоционально, как женщины это делают. Значит, я подумал, у нас тут такая экспертиза вообще на канале. Народ советы дает, там, и говорит, туда посмотри, сюда посмотри. Значит, я думаю, давайте посоветуемся. Значит, мои критерии такие. Мне нужна машина все-таки класса, ну, минивэн, может быть, многовато, а вот SUV все-таки это мой размер. Но есть такие SUV здоровенные, уже смотришь, там, ё-моё, жуть. Ну, я такого не хочу. Ну, вот типа вот этого. Вот это вполне мой размер. Там, Lexus. Вот такой. Теперь я хочу, чтобы машина была тихая. Вы сами понимаете, что я как блогер, мне в шумном не хочется. Следующий момент. Это должна быть машина какая-то, ну, если не самая дорогая, то во всяком случае классом, может быть, повыше, чем там что-то такое. Ну, выше среднего. Я не знаю. И по цене, я не знаю, сколько такая машина может стоить. Ну 50, ну, до 60, я не вижу, за что тут больше. Вот. А эту я покупал за 42, вот представьте себе. Но это, правда, было 8 лет назад, вот я ее покупал за 42 тысячи. Что еще нужно от машины? Удовольствие от жизни получать, чтобы не ломалось. Я даже думаю, вот, может быть, гибрид какой-то. То есть, когда я слышу вот этот разговор, что вот там на одной заправке доехал до Лос-Анджелеса, еще четверть бака у него там осталось, я думаю, ничего себе. Знаете как? Вот, и думаю, может быть, гибрид. Ну да. Конечно, есть такой фактор, как, например, допустим, остаточная стоимость, да, вот там поставить 5 машин, за 10 лет наездили там тоже количество миль, вот, какой процент цены в ней остался. То есть, с одной стороны, это тоже фактор, как бы, но с другой стороны, ну, я же на ней езжу сколько-то, и потом я же не езжу по году или там по два, я могу, не знаю, я надеюсь, что я дальше не буду ездить по 10 лет, может быть, там буду ездить по 5, но пока что я все-таки на ней долго езжу, поэтому мне уже не так важно, собственно, что там от нее осталось. Потом я ее не несу на рынок, я ее сдаю в дилершип. То есть все равно теряю там несколько тысяч по сравнению с тем, как если бы там пойти да продавать и так далее. То есть это как-то несущественный такой момент. Фишки. Я, с одной стороны, как бы люблю, когда так, ну, нагружено более-менее. С другой стороны, я очень мало чем пользуюсь. И в телефоне то же самое. То есть там может быть много чего, я пользуюсь там 10%. Собственно, и здесь тоже я не... Ну, то есть мне приятно, что оно есть. Я могу иногда там включить, воспользоваться там и так далее. Но, в общем-то, я аскетичен. Поэтому какие-то совсем уже там навороты мне не нужны. Ну, так, нормально. Когда вот мы эту машину покупали, у них в тот момент было, они говорили, 3 пакета. То есть вот ты не можешь вот эту, вот ту, вот чего-то. Вот у тебя есть 3 комплектации. Вот комплектация простенькая, комплектация средненькая, комплектация навороченненькая. И когда я посмотрел, вот это средненькая, когда я посмотрел на навороченненькую,
то, конечно, там было что-то там 12 камер по периметру. Я думаю, что это они придумали такое? И как-то мне это странно показалось. И мы взяли вот эту. Ну, что еще у меня? Даже не знаю. Так, я сходу экспромтом, я специально там список не составлял. Ну, я немножко боюсь прямо сейчас покупать электрическую, потому что я не езжу на машине год или два или три, поэтому если я ее купил, то я, скорее всего, буду на ней относительно долго ездить. И, допустим, через 5 лет то электрическое, что я сегодня куплю, я думаю, это будет что-то очень странное и как-то не своевременное. Поэтому я немножко опасаюсь с этим делом. Так, такого плана. Ну, что еще? Ну, не знаю. Я конечно, понимаю, что надо посмотреть, может быть, на Lexus. Тем более, есть Lexus гибрид. Но опять, все-таки я уже и так 8 лет на Lexus езжу. При том, что я люблю Lexus, мне нравится их гарантия, мне нравится качество, мне нравится... Вообще нравится абсолютно. То есть у меня абсолютно хорошее, позитивное отношение к Lexus. Но я спрашиваю себя, ну, может быть, еще что-то есть? Мне, например, так чисто внешне, мне и Audi нравится, и как-то я думаю, это хорошая такая машина с репутацией. Наверное, мне не хочется Mercedes. Думаю, я могу попробовать Porsche, но Porsche как бы такая машина мощная, зверь такой, знаете, и я реально не имею вкуса к этому делу. Ну вот правда, вот смотрите, что получается. Я поэтому взываю к коллективному разуму. Вот. Но, безусловно, должен быть тихий салон. Поскольку, вы видите, я снимаю, салон, безусловно, должен быть тихим. Мне никак не удается ничего приладить к камере, там, петлично или тут на голову, чтобы, значит, микрофончик там был возле рта, и чтобы не зависеть уже от этого шума. Не удается с этим ничего сделать. Поэтому вот все-таки мы исходим из того, что вот я, вот камера, и должно быть... Достаточно тихо тут внутри. Так, местечко есть. Их, хорошо. Вот, так что обращаюсь к коллективному разуму. Счастливо.